Тыченко под номером 7. Потерянная забивает пока первые очки в сегодняшнем матче. Томская в проходе. 2 заваливает Анна. 3 очка в одной атаке от Томска. Забивает на конечный первый. Практически всех лучших привезли. Берсенева только отсутствует. У Вегаса. Рябинчук. Тяжелейший мяч забивает через Гордыченко. Янова. Скидка на Юдочкину. Юдочкина из угла. Попадает. Это двухочковый мяч. 7-3. Вышел Вегаса. Гордыченко. Слева наконечно идет под кольцо Александра. Заваливает этот мяч. Хороший момент. Жесткая, упорная, бескомпромиссная. Это радует. Радует в последнее время женский дивизион. А Юдочкина пока прекрасный реверс-плей-ап забивает. Дальше на Рябинчук отдает. Хорошая комбинация. Юдочкина 3. Попадает Ольга. Полукруг от Трофимовой не заходит. Борьба за мяч. Потежная 3. Попадает Ангелина очень вовремя. Рябинчук с дистанции. Татьяна попадает 3. Очень редко Рябинчук бросает 3-очков. Мякшина. Обыгрывает на ногах хорошо Хомскую. Бросает со средней. Попадает Александра. 15-10. Фол тогда плохой. Юдочкина первой с линии попадает. Оформляет отличный блокшот. 31 номер Мистикс. И шикарную передачу отдает на Юдочкину пока против Хомской. Хороший обыгрыш от Александры. Забивает она 2 очка. Татьяне. В итоге очень неточный бросок. Раннее нападение от Вегаса. И наконечное завершает. 8 номер Вашингтона. Алина Диц на линии. Первый штрафной забивает. Второй. Также попадает. Пас на Рябинчук. Татьяна против Трофимовой. 1-1. Бросает со средней. Айки Дирк Новицкий сейчас. Рябинчук отличилась. Трофимова под кольцом находит. 22-16 получается счет. На 16. Все правильно. Субботина 3. Попадает Мария. Очень вовремя. Получает заслон от Гордыченко. Пикинролл хороший, но Дарью на подстраховке встретили. Однако Ямур осталась на 3. Юдочкина. Бросает сама 3. Ольга попадает. Омская. Но все через пикинролл пытаются сделать. Немчат из Вашингтона. И сейчас очень здорово у них это получается. Попадает. Мякшина. Тащит мяч Александра сама. У кольца ее никто не встречает. Это легкие 2. Ой. Не торопиться сейчас стоит со штрафными. Наконечный. Первый забивает уверенно. Матч особо не получается пока. Пока, наверное, в составе Вегаса выделил бы я, пожалуй. Второй попадает. Плюс 10 у Вашингтона. Наконечный с мячом. На дриблинге. Хорошо здесь всех обыгрывает. Добивает хороший фингерол. На все 100, а то и 150%. Пример, конечно, такими действиями Александра подает. Юдочкина сейчас добивает достаточно сложный средний.
мячик. Вот это игра. Репина. Пас на Мякшнут, а дальше на Гвардыченко. Дарья, уверенные 2 очка. Возвращается дистанция 8. Трофимова. Хорошая скидка на Репину. Ямур, Яна. Зашагивает и забивает через длиннющий рур. Огонь. Огонь, а не игра. Трофимова. Скидка на Ямур. Яна попадает наконец-то 3. 30 секунд у нас до окончания третьей 12 минутки. Сократили немножечко отрыв свой. Конечная со средней. Попадает Александра. Тяжелый мяч сваливается. Под номером 1 Ли Юлия на паркете. Альянова, дальняя трёха. От пята залетает. Второй попадает. Трёху Ольга, не точно. Рябинчук подбила мяч, но на чужого. Ямур очень быстро под кольцо. Яна проходит, забивает 2 очка. На потежную Ангелину из угла. Трёху поспешную, на мой взгляд. Опускала, не попала. Альянова в отрыве. Забивает Виктория 2 очка. Ну, конечно, первый штрафной забивает. Два из двух от Алекс. Пас на Рябинчук. Татьяна против Гвардыченко. Дарья. Болит. Возобновляется игра, дорогие друзья. Рябинчук бонусный штрафной. Попадает. Конечная. 3 бросает. Александра попадает. Персональный фол. Девчата из Вашингтона. Мяксона забивает первый штраф. Забивает вторую. Ему проход. От щита бросает не точно. Сама же у мяча. Хорошая передача на Мякшину. И Мякшина со второй попытки выводит. Чувствует. Психологически получше. Посмотрим. Мякшина. Хорошая скидка в угол. Трех от Ямур летит и попадает Яна. Юдочкина на линию штрафного выходит. Минус 4 у Мистикс. Надо 2 Ольги забивать. Первый забивает уверенно. Ямур очень быстро на половину паркета соперниц прибежала Яна. И конечная, не торопится Александра, бросает трёху, попадает! Ямур первый с линии забивает, первый с линии забивает. Второй так. Проиграна эта игра девчатами из Мистикс. 3 четверти. Они уверенно были впереди. Хорошо играли, но в четвертой буквально переломили